Здравствуйте! И снова с вами игра «Думай, знай, познавай. Суперблиц». Мы вышли вновь на улицы нашего дорогого города с тем, чтобы задать наши 5 вопросов и проверить, насколько жители города Видное готовы на эти 5 вопросов ответить. Екатерина. Екатерина, очень приятно. Меня Кирилл зовут. Итак, Екатерина, у нас сегодня с вами будут вопросы касаемо города Видное. Итак, вопрос. В период празднования какого юбилея города Видное главой района был Василий Юрьевич Голубев? Вариант ответа. 35 лет, 40 лет, 40 или 45? 35, наверное. Подумайте, смотрите. 35, 40... 45 или 50. Вы помните Василия Юрьевича Голубева? Да, помню. Да. Ну, когда же там? Ну, 40. Давно же он был. Да. Ну. А во сколько оцениваете ответ? Ну, 2. 2. И это правильно. 40 лет, знаете? Так. Держите 2 балла. Держите. Сейчас вам нужно заработать как можно больше. Следующий вопрос. Неподалеку от какой усадьбы расположен монастырь Свято-Екатерининская пустынь? Суханово. Уверены? Во сколько оцениваете? Ну, 4. 4. Сегодня так? И это правильно. Действительно, это усадьба Суханово. Третий вопрос. Еще один тест-вопрос. Мы знаем, что у нас существует платформа Расторгуева. Многие ездили, да? Итак, платформа Расторгуева. В каком году была открыта платформа Расторгуева? Варианты ответа. В 1900 году, в 1875, в 1920 или в 1930 году? В 900-м, 875-м, 920-м, 930-м. Может, 900-м. Во сколько оцениваете? 3. А может, больше? Надо же зарабатывать кубок-то. Ну, вдруг неправильно. Ну, 4 давайте опять. Это правильно. Еще 4 балла вы зарабатываете. Как называлась улица, существовавшая на территории исторической части города Видное, между Строительной и Советским проездом? Сейчас это единственная улица, скажем так, в городе, улица Призрак, которая когда-то существовала. Итак, варианты ответов. Восточная, Южная или Западная улица? Сейчас на ней расположен парк. Аллея Славы. Как эта улица называлась? Думаю, что Южная. Южная. А во сколько? На сколько баллов уверены? Ну, 2. 2. Ну, надо уже рисковать. Иначе кубок-то надо зарабатывать. Я понимаю, ну 4. 4. И это опять правильно. Ну что, последний вопрос. Вы давно в городе Видное живете? 40 лет. Отлично. Вы знаете, что у нас прославленная команда «Металлург». Да. Вид спорта знаете, да? Мотобол. Слышали про такое? Слышал. Последний вопрос. Тест-вопрос. В каком году мотобольная команда «Металлург» впервые выиграла чемпионат СССР по мотоболу? Вариант ответов. В 1975, в 1979, в 1983, в 1990. 75, 79, 83 или 90? Давайте 83. Уверены? Не очень. Ну, первая победа у нас связана с первым директором Московского коксогазового завода. Он спонсировал эту команду. Он желал ей всячески победы и мечтал, чтобы команда стала чемпионом.
Там 75-й еще какой? 79-й. Как бы я здесь 82-го, ну, наверное, 79-й, мне кажется, раньше они. Ну, директор первый был. 79-й. Ну да. Во сколько оцениваете? Ну, 4. 4. А сколько у вас баллов? Давайте мы посчитаем. Да, у меня там 20 не накопилось, наверное. Ну давайте мы посчитаем. 4, 8, 10, 14. Ну, давайте сделаем таким образом. Если вы сейчас ответите правильно на этот вопрос, мы за то, что вы ответили на все вопросы, в случае, если вы сейчас правильно ответите, мы вам отдадим кубок победителя. Ну что, итак, вариант ответа. 75-й, 79-й, 83-й или 90-й? Ну, не знаю, 79-й. 79-й. И это правильно. Итак, за 5 правильных ответов. Несмотря ни на что, этот кубок победителя вручается вам. Скажите буквально пару слов, что вы думаете о программе? Было интересно, да. А вам огромное спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.